А, это Дипольф, господи, я только сейчас увидел. Я всех перебиваю. Я все перебиваю. Welcome everybody to the Tekken Geek 9. Нет, это Казуя! Мишима! Ты знаешь, что такое Каза Мишима? Дипольф. Оу, щет. С этим упырем я вообще не горю желанием пересекаться. Нахуй ты Казу Мишима пришел, он тебя раздавит. А у тебя... Ой-ой-ой. Да, ну такому вообще лучше стать дебагера и не делать. Ай, больно. Вот он идет, что ты сделаешь, вот он идет, все это ломает. Блять, я ж присел, сука, ебаный пинг. Я ж среагировал. Ах ты гад! Да как ты так делаешь? Он просто угорает надо мной, он встает, блин, сидя. Потом эта параша мне прилетает и все. Да ё-моё, опять он этим говном меня бьет. Как так? Я назад держал, клянусь Господом нашим Иисусом Христом, что я держал назад. Назад. Ну где справедливость в этой долбанной игре? Что мы с ним постоянно на этом вулкане деремся. У нас просто какая-то эпичнейшая заруба с Дипвольфом вечно. Да иди ты нахер. Да. Ну где справедливость в этой долбанной игре? Говнище, блять. Глубокий волчок. Проверяйте сейчас, глубокий волчок, вне зависимости, выиграет он или проиграет, он возьмет поло и пойдет в онлайн. И при следующей нашей встрече он будет играть полом. Ну, на релизе Мишим было много, но в основном не Мишиме, а Казуе. Не все еще клетки мозга атрофировались от игры в Tekken-то. Джимбо и тем более Хихачи раз в 100 лет попадались. А вот Казуе было не меньше, чем Кингов, как сейчас даже помню. И один из них был, блядь, Симакасу, который меня стрим снайпил. Мы тут с ним по полстрима хуярились. Симакасу, кстати, быстро прикинул, как вот этот Dark Wave панишить. Против него его вообще нельзя было делать. А глубокая глотка что-то заглатывает. Вот Симакасу я наказу и вообще не мог за вот так вот заспамить. Вот так вот. Вот так вот. Он меня просто по еблу прыжочком как щелкнет один разочек и все, и игра заканчивалась. Казуе там это напрыжка с места охуеть дамажила. Если он тебя ебанет, ты же охуеешь. Ну вот Tekken пару дней подряд играю. А до этого я уже не помню, когда последний раз его включал. И сразу пол плеер. Нельзя вот просто так взять, зайти в Tekken и не нарваться на пола. Нажал панч. Просто нажал панч. Блядок. Чё, блядь, творится в этой говноигре? Все 100 песенки у него играют. Блять, он опять этого сука поссал, блять. Твоё ебаного медведя, блять. Сука.
блять. Ты заебал. Я тебя все равно наебашу нахуй. Пиздец, блядь, два раза нажал реджард, нахуй, два раза, блядь. Почему он не сработал? Игра крашнулась. Блин, подумаешь, что я сбежал. Мы еще не закончили. Че, блин, Street Fighter переиграл? Че сидя блочишь все время? Бля, да как так-то? Где Хадухин, сука? Блять, Хадухин панишит, сука! Нихера бросок лаунча, ёбу дал. Блять, так хочется рейдж-квитнуть просто вот. Тупорылая, блять, игра. Для дебилов, сука. Сука! Антиэр, мать твою! А, блядь! Надо было Хадукин кинуть. Оу, смотри, что я скомбил! Впервые в жизни я скомбил это в онлайне. Блядин, а? Вот он мне про фрейм-дату заливал, говорит, учи фрейм-дату. Я говорю, не-не-не. Я когда это все качал, как-то, ну как, я не качал, я просто качал Tekken Bot, запустил его так, попробовал. Плюса, минуса, если честно, я вообще ни хрена не понял. Я лезу в плюс, меня бьют. Я лезу в минус, я бью. В чем логика? В общем, забил на это. Ну, я не знаю, и вообще никакого толку от этой фреймдаты, вот, мне кажется, нет. Но это лично мое мнение. Я не хочу там никаких игроков там профессиональных обидеть, которые там только во фреймдате играют. Это ни в коем случае. Я сам ненавижу такой геймплей, просто тык-тык-тык-тык-тык, блядь. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ёбанай.
Просто надмозговый персонаж. Вот о чем я говорю. Какое говно у Акумы контрхиты. Бля, Акума! Вот такие контрхиты у нормального Текинчара. Сука, Акума, блядь. Стрингизм еще ударов от своего на зигса поедет. И на контрхите он просто лицо отрывает. Никакой метр не нужен. Ну что с тобой не так, блядь? Мусор, блядь, выпилось хорошо. Никто не играет к этому. Ну вот какого хера, почему у Акумы все, сука, блин, панишится и ничего на комбо не выводит? Ну, всяко лучше, чем этот кусок говна. А почему у него, блин, сейфовые стринги сразу не выводит? Блядь, сам раз, какие справедливые файтинги, которые я видел, блин, свои шутки. Несправедливый файтинг, я просто говнище, блядь. Мне хорошо, у меня 10 тысяч стрингов есть, могу их спамить. Попал в воздухе, фулл комбо. Сожрал контрхит, фулл комбо. Чё? У тебя стринги на комбо не выводят и ансейфовые. Хе! Ты из какой игры, Акумка? Хлоечка для меня прям как девушка в реальной жизни. Она мне прям девушку заменяет в реальной жизни. У меня нету девушки в реальной жизни. Вот Хлоечка моя девушка. Всегда мне верна. Всегда меня любит и ждет в Текине. Каждый день. Лучше любой реальной девушки, которая будет ебать мозги. А с Хлоечкой мы всегда понимаем друг друга. Прям чувствуем. Вплоть до каждого движения. Мне очень приятно, что меня смотрит такое количество людей. И при том, то, что я реально люблю Лаки Хлоечку. Это между нами по секрету. Сейчас, сука, Текин год мой нахуй. Текин год прима. Учитесь, как надо брать Текин год прима. За один день, блядь. Вот так вот надо вышибать себе дорогу нахуй. Скриншот. Скриншот. Батя, нормально? Скриншот, блядь. О, все, нормально. Пиздец.
я не сомневался, что это он. Как жизнь, родной? Не все еще клетки мозга атрофировались от игры в Tekken. Тем более таким чаром. У него, блин, самые брейндед чары. Полом он играл со мной, Кингом, по-моему. Не все еще клетки мозга атрофировались от игры в Tekken-то. Это новый Tekken Review, мы зачитаем. В новый Tekken Вичи, ему мы представляем. Сколько ни играй, все равно ты проиграешь. Ведь по факту ты ничего не знаешь. Вечно на рангах с нубами играешь. И поднять свой уровень не можешь, не догоняешь. Но ничего в этом стрёмного нет. Нет, просто ты лох, лох. Вот и весь ответ, ага. Но вместо гунижа лучше дай совет. Как стать таким дедом? Вот тебе ответ. На самом деле он довольно прост, весьма банален. И в этом плане он совершенно не уникален. Терпение больше, и время в тренировке. Пойду тебе на пользу, получше самые лучшие трёпки. Ведь сколько ни играй, ты снова проиграешь. А чемпион один, и ты не он, и ты прекрасно знаешь. А кстати говоря, у нас идет сезон по цифре 3. И новый персонаж Лерой, как мастер Руфин, чё не переделай. Ой, не говори. Про Факурама, Факуракума, Куфама, Ракукаму, Мафу и батю целого ислама. Что скажешь, Див, как тебе перс? А я отвечу просто. Это просто пиздец. Но выглядите вы вот в этих шароварах черных такие, как смелые какие-то представители боевых искусств. Правильно я понимаю? Давайте мой дан, блядь. Жадные пидорасы. Каких боевых искусств? Чё? Опа! Кунг-фу? Уёпа, блядь. Чтоб оно. По-китайски, блядь. Давайте мы вам поаплодируем, и вы покажете, на что способны. Все, ребята, удачи вам, хорошего выступления. Тысячу раз нет. До свидания. Ой, бля. Пидорасы, блядь. Нет.